На площади Свободы в Сухуми по-новогоднему атмосферно и ярко. Кругом пестрят разноцветные огни. Во все времена ель была главным символом Нового года и Рождества. И сегодня представить без нее праздник невозможно. Искусственная новогодняя красавица в этом году украшена преимущественно зелеными, желтыми и малиновыми огнями. Не обошлось и без символа наступающего 2023 года – кролика. Здесь же у главной елки страны организованы развлекательные игровые площадки, фотозоны, куда родители могут привести своих детей. С 25 декабря здесь проходят праздничные мероприятия с участием артистов абхазской эстрады. Мэр Сухума Беслан Эшба поздравил жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. От всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пускай 2023 год принесет много радости, счастья, мира обязательно и, конечно же, крепкого здоровья. 2023 год для нас очень знаменателен тем, что будет 30-летие нашей победы в Великой Отечественной войне народа Абхазии. Я думаю, каждое событие в будущем году, которое будет ознаменовано с этим праздником, должно пройти значимо. И мы все вместе должны в этом участвовать, чтобы видели наши дети и будущие поколения, чего стоила нам эта победа в войне народа Абхазии. Всех вас с праздником, с наступающим Новым годом! Шамзелахнеяк! Как всегда, в преддверии праздника Площадь Свободы меняет свой облик. Она становится яркой и красочной. Помимо нарядной елки, здесь есть торговые павильоны, где можно купить много вкусностей. Мини-3D-кинотеатр, где будут транслировать рождественские фильмы для детей и взрослых. Горожане с семьями приходят к главной елке страны, чтобы ощутить приближение волшебного праздника. С Новым годом желаю счастья, здоровья, чтобы в новом году все было по-новому и все было отлично. С наступающим Новым годом! Я всем желаю счастья, радости, настроения новогоднего всем желаю, чтобы у вас все было хорошо. С Новым годом, вы лучшая страна! Молодцы. Страна души, спасибо за прекрасный отдых, елка, вот. Хорошего года, настроение. Пусть все будет хорошо, настроение будет хорошим. Жители и гостей столицы у главной елки ждут концерты, представления, интерактивные игры и еще много приятных сюрпризов вплоть до 10 января. Алика Трапс, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.